Всем привет, друзья! Сегодня мы покажем упражнение на плечи. Это будет программа мощная, это Влас. Смотрите, какой мощный человек, значит, он знает, что говорит. Но это не точно. Хочу поделиться своими упражнениями. Сейчас на данный момент я делаю плечи. Вот, значит. В общем, садимся. Делаем передние плечи, да? 5 кругов по 10 раз. Это как передние. Так же делаем на задние. В общем, опять же садимся за голову. Вот, также 5 кругов по 10 раз. Вот, это как бы передние и задние мышцы плечи прокачиваем. И также очень хорошее упражнение, как бы разводки гантелями. То есть берем гантели, разводим так, это как боковые, да, вот. И также как бы задние, тоже очень хорошее, советую всем. Поделиться своими упражнениями, как что тренирую. Сегодня у нас среда, да? Сегодня делаю, скажу изначально, начиная с понедельника, чтобы было более подробно. В общем, в понедельник я делаю, тренируюсь по 2 часа примерно, тренируюсь 5-6 раз в неделю, иногда 5, иногда 6, вот, значит. В понедельник я тренирую бицепсы, плечи, спину и пресс, во вторник грудь, трицепс, ноги, пресс. И то, что, допустим, в понедельник, то делаю в среду и в пятницу, то, что во вторник, то делаю в четверг и субботу. И программу я в основном не меняю, потому что по мне, так если растут веса, как бы растет сила, как бы все растет. Это чисто мое мнение. В общем, бухал долгое время. Значит, в том году, с сентября по февраль месяц, я, короче, бухал по-жесткому там. Вот, пришел дрищом, короче, вот примерно полгода. Полгода, ладно, вру немножко. Конечно, на самом деле я занимаюсь давно. Я с 4 лет до, где-то лет 12-13 ходил на дзюдо, да, занимался дзюдо. Потом где-то лет с 13-14 ходил на бокс, может быть, лет до 16-17. И около 3 лет, может быть, чуть больше, около 4 я занимаюсь в зале. Но, опять же, я занимаюсь перерывами, потому что были такие, были... проблемы небольшие в моей жизни, что, в общем, не суть, бухал я, короче, много, но итог в том, что 3-4 года я уже занимаюсь, но перерывами. В общем, сейчас сделаю заднее, вес скинули, потому что тяжело. Все, погнали. В общем, ребят, если хотите такие же хорошие плечи, допустим, как у меня, хотя не знаю, ваше мнение, может быть, мне не очень хорошее, может, нормальное. В общем, как бы я считаю, что нужно делать по 3-4 раза в неделю, и все у вас получится. Сейчас. В общем, сейчас качаем боковые, также задние, и также тут задействована трапеция. Опять тут один нюанс есть небольшой. Делаю по своей технике все. То есть как бы сам обучался, сам тренируюсь, чтоб сильно не комментировать это. Ребят, короче, сейчас делаю на среднюю, потом делаю на заднюю. Так, значит, 5 походов на среднюю, 5 походов на заднюю. Ну, ребят, в общем, да и все. Вот моя программа на плечи. Кто желает, попробуйте. Надеюсь, у вас попрет. Все, всем удачи.